Guten Morgen. Всем, всей стране. У нас локдаун продлили до 14 февраля, хотела сказать. Вот. Дети дома у нас учатся. С этой недели, с субботы, у нас начинаются двойные маски. Мы будем одевать двойные маски. Но хотела вам сказать, что вчера я не успела снять видео. Мне пришло Zerum. Zerum – это кто постоянно пользуется для бровей карандашами, потом пользуется тушью. Ресницы, конечно, выпадают. Вот. Но я до этого пользовалась, я хочу сказать, с этим Zerum. Это специальная такая гель для ресниц, да? Она стоит 60 евро. 60 евро она стоит, но смотря на сколько там миллилитров. Были за 60, но я решила попробовать за 60 евро. И были за 90 евро, чуть-чуть больше миллилитров. Но, конечно, оно помогает. Тут нечего сказать, оно хорошее. Но мне коллега сказала, что... Моя знакомая говорит, что зачем ты такими дорогими пользуешься, хотя эффект один и тот же, и говорит, самое хорошее, она уже давно пользуется, другой серум. Стоит он 10 евро. Вот, я хочу посмотреть, какой он хороший. Но она говорит, он правда говорит, помогает. И сейчас я вам покажу, как ухаживать. Потом я вам покажу, мне должен прийти крем. Крем хороший такой, он мне очень тоже помогает, потому что на улице холодно, и лицо постоянно раздражается. Вот тут кофе пью, сижу. У нас рано утро. Лицо постоянно раздражается. А холод я не переношу холод. У нас в этом году очень холодно. Сейчас у нас, например, сильный ветер и плюс 10 градусов. Ну, поехали, я вам покажу. Если понравится, выписывайте себе. Но он, правда, очень помогает, потому что мы же за головой своей следим, пользуемся всякими шпилингами, да, и вот голову моем, и всякими шпилингами пользуемся. Также и ресницам, и бровям тоже надо вот эта подпитка. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот это вот я не помню, уже покупала. Или в Росмане. Или в Росмане я покупала, или ДМ, не помню. Она тоже недорогая, стоила 15 евро. Вот это было для бровей. Вот это было для ресниц. А вот этой, которой я пользовалась, она такая вот, ну как, дороговатая. Но она, правда, она очень помогает. Она хорошо помогает. А это вот у меня пришло. Сейчас я вам открою, я попробую с одной рукой открыть. Открою я с одной рукой, нет. Вот оно. Сейчас. Я не могу вытащить. Вот оно. Видно, нет? Не видно? Вот. Марка. Будем пробовать. Вот она, коробочка от нее. Хочу еще тоже сказать. Я, по-моему, говорила в тех этих видео про пудру. Какая пудра хорошая у меня. Я тоже ее выписывала. Понимаете, ее когда мажешь, эту пудру, лицо мокрое. Вот ты как будто вот мокрое что-то положила. Она очень хорошая, вот эта вот пудра. Будем прощаться с вами. Вот, как придут только крема, я вам покажу.
какие крема хорошие, какие нехорошие крема, что помогает, что не помогает. У меня тут много кремов, конечно, много что есть. Но я не знаю, как людям, какие вы пользуетесь, какими кремами. Мне, конечно, надо знать, у меня очень много тоже и масок, и подпиток, и для головы, и для ногтей, и... Ну, все есть. Потом я вам покажу. Спасибо большое за просмотр, что вы мне смотрите, что интересуетесь. На этой неделе, сегодня у нас четверг, на этой неделе... Может быть, будем ставить тесто. Я вам покажу, как я делаю рафаэлки. Рафаэлки – это простые печенья. Там масло и обыкновенный кокосовая стружка. Всем пока!